Приветствую всех, друзья, с вами снова Максим. И я стою сейчас в огромнейшей очереди. Это просто обалдеть можно. Для того, чтобы попасть на геймерскую конференцию Game City 2015 в Вене. В прошлом году я ходил, совершенно такого не было. Вход был с обратной стороны, вот ратуши. Спокойно можно было зайти, никакого ажиотажа. Но в этом году, друзья, вы посмотрите на эту очередь. А вот вон где вход только впереди. Это обалдеть можно просто. Ну, в прошлом году я ходил. Значит, что это такое? Это вот Game City. Показывают там разные новые игры компьютерные. Всякие приставки, консоли игровые. Ну, не знаю, сколько времени я буду в этой очереди стоять, но я намерен попасть внутрь. Так, друзья, спустя жалких 40 минут стояния в очереди, я все-таки пробрался сюда. Народ стоит в жутких очередях для того, чтобы поиграть в новые игры. Это новая от War Gaming, очередная стрелялка. Guitar Hero, друзья, ну да. Самых упоротых меломанов. Людей, конечно, это просто обалдеть можно. Я не знаю, как они так за один год популярность повысилась. Потому что в прошлом году, я говорю, вот запросто можно было зайти. Я знаю, что идти нужно в другую сторону, но нужно посмотреть, что здесь, во внутреннем дворике происходит. Интересно, он здесь не происходит. Можно что-то поиграть. Это футбольное. Так, киндерская зона налево, нам налево не надо. Ретро-зона. Самые старые компьютеры игровые. Spectrum вижу. Вот эта игра. Все помним, друзья, эту игру, да? Вообще-то жестко. Это вообще легенда игрового мира. Commodore 64. Commodore Amiga. 1000. Nintendo 64, друзья, но это уже ближе PlayStation самый первый. Многие, вернее, все знают, но мало у кого было. Похоже, это зона Xbox.
году думаю, что, может быть, пора уже своему ребенку купить приставку первую его. Ему уже 7,5 лет. Как вы думаете, друзья, время покупать что-то или нет? Заблонский. Стоит ли ему в таком возрасте уже покупать? Что это за? Том Клэнси, Division. Очередная Пил-Пау. А ist springen, also über Hindernisse drüber springen und X ist Schlafen. То есть такие очереди стоят, чтобы что-то попробовать, друзья, что обалдеть можно просто, скажу вам так. Такое купить ему, а что не знаю. То есть есть PlayStation 4, да, есть Xbox One, есть вот вроде как более для детей ориентированный Wii U, да, но там вроде как я так читал, особо ничего для него нет. Игорь нормальный. И вот что? Или вообще может ничего не покупать, может это все бред. И ребенку не надо мозг перенапрягать всякими играми дурными. Как вы думаете, друзья? Так, а вот это, конечно, вот это то, что я надеюсь дожить когда-нибудь в своей жизни, когда виртуальная реальность уже будет у нас. Все мы слышали, да, про Oculus Rift, про разные вот проекты. Конечно, все это сейчас на самом-самом начале всего этого находится, но уже, по крайней мере, начинает это все развиваться. Прогноз такие, друзья, что к 2020 году это уже будет миллиардный бизнес. Все, ну, виртуальная реальность. Потому что сейчас, конечно, все это примитивненько. Да, вот новый Star Wars выходит, Battlefront. Что только, друзья, не выходит. Это вот как выглядит новая версия замечательной стратегии Anno. Серия Anno. Это Anno на 2005. Уже в будущем. Это футуристическая творится. Спасибо.
всем поклонникам Fallout'а нового. Вот так вот он станет. Сейчас, какое у него ружье, смотрите, модное. А вот она вообще, зачетный чувак. Смотрите. Alles Kunststoff und Plastik. Der Hammer ist ziemlich genauso schwer wie die ganze Rüstung ausgenommen mit dem Helm. Also, друзья, пригодился мне все-таки мой браслет о том, что мне 18 лет. Пустили меня в закрытую зону PlayStation. И можно поиграть в новинки. Uncharted 4, который еще в 2016 году только выйдет. Сейчас я постараюсь во что-нибудь сыгрануть такое. Не знаю, во что, правда? Что это такое? Uncharted, наверное, есть, да? Так, ну что, друзья, сыграл я в какую-то игру, похожую на Mortal Kombat. Только не на таких, не на джойстиках, а у тебя на руках целая такая... как консоль лежит, и кнопки, получается, все в горизонтальной плоскости. Ну и посмотрите, сколько еще народу. Да, и при том, что я никогда в жизни вообще джойстик и игры в руках не держал, умудрился я один раз выиграть. Ну, второй раз, правда, позорно продул. Ну, я жмякал там на все кнопки. Мой герой бестолково размахивал руками и ногами. Ну, мы все понимаем, что для победы нужны скиллы. Вот так, друзья, вот такой был Game City 2015. Конечно, я не мог конкурировать со школьниками, которые облепили каждую компьютер, каждую консоль. И не мог у них отвоевать ничего, чтобы поиграть. Ну ничего, ходил, посмотрел. Вообще в раздумьях нахожусь, стоит ли покупать мне какую-нибудь консоль для ребенка. Ну как для ребенка? Для ребенка и для себя, конечно. Не знаю. Ну вот так, конечно, интересное место такое. Все, спасибо, что были со мной, друзья. Всего хорошего. Пока-пока.